Ну что, мы ща глянем, и это, Димаш, а может быть, Димах, Дима. и он из Казахстан. В общем, мы сейчас посмотрим какую-то жесть. Ну лады. Это Димаш и какой-то там шанхайский фестиваль-шместиваль. Ну чё, газуем. Ща я тут настрою. Где звук? Поехали. Куда ни глянь, логотипы ТикТока. Чё за звездец? Что? Вот это горловое. О, черт! Только не это. Это что, реально? Если это... Они же... Вот этот зелененький на каблуках, чтобы они были одинакового роста. Батюшки мои. Так, стопы. Хорошо. Мне нужно в этом разобраться. Потому что... И опять началось. Опа, одну минутку. Это же опять он.
Это же тот же самый чувак. Так, это же она так поет. Я вам говорю про вот этого парня. Да, вот этот парень, он же... Вот здесь. Это должно быть... Это же охренеть. Это безумие. Я думаю, мы даже не способны осознать вот это безумие. Это ж... Это... Вау! Это финиш. Я такого в жизни не видел. Просто сумасшествие. С ума сбрендить. Вот этот вот чувак берет такую высоту. Он улетает куда-то в другой мир. А вот этот вот, зелененький, он такой же ненормальный, как предыдущий. Это полная жесть. Я серьезно. Это... Я не уверен. Я не уверен на 100%, что это по-настоящему. Но если это так, тогда это невероятный уровень таланта. Это что-то такое извне. А чешуеть не встать.